становишься. Ты хочешь зарядку вести или что? Нет? Я думал зарядку хоть. Я разделась, что-то мне уже жарко с утра пораньше стало. Вам не кажется так? Нет. Ну вот жарко. Пока тут туда-сюда бегаешь уже и не до холода. Так, ну-ка на вытянутые руки раздвинулись. Девочки, встаньте туда, подальше. Так. Двое, а трое сюда. Ну-ка раздвинулись. Еще раз. Вот. Ну, Тимоша что-то у нас в стороне. Тимоша, встань сюда. Вот так вот, еще дальше. Вань, а ты туда можешь назад встать. Ну-ка, Тимоша, еще раз. Руки подними. У нас сегодня мы будем устав изучать. Главное, послушание должно быть. Ты послушания нет, ничего и нету. Это просто будет хаос и все, и разброд. Ну-ка, зевнули. И рукой закрыли. Ну-ну, зевнули. Тимоша, зевай. То есть это мы учим, чтобы вы закрывали рот. Самое простое, а то едет кто-нибудь в трамвае, там, в троллейбусе, рот открыл, и можно зубы посчитать. Сколько у меня там микробов. Ну, так. Встаньте на ширине плеч, вот так вот. И начинаем первое упражнение. Головой медленно вверх, вниз. Резких движений не делаем. Вверх, вниз. Это упражнение на шейные позвонки. Особенно вам, школьникам, оно очень-очень полезно. Вверх, вниз. Достаточно. В сторону. Влево, вправо. Влево, вправо. Наклоны, смотрим на меня. Влево, вправо. А плечами вот так не надо. Вот, пожимает, не знает, да, жест? То есть не надо так делать. Мы все будем знать, если будем изучать Слово Божие. Вправо, влево. И вращение головой. Смотрите, нос как будто у вас... Сказку там про Буратино знаете такую, нет? Читали? Mm-hmm. Вот как будто так нос вас описывает круг. В одну сторону. Нет, Вань, маленько не так. Вот. Видите, не вот так вот вращение, это другое, а вот так вот. Как бы сверху вниз. И в обратную сторону. Все делаем, все делаем. Вы потом научитесь рано вставать, мы будем тренироваться. Ксюша, быстрее. Делай, что ты стоишь? Вращение так. Головой. Ну, теперь переходим на плечи, вращение плечами. То есть мы сверху вниз постепенно делаем. Нагрузки утром никакой большой не давать. Бегать много нельзя, это неправильно. Сердце в обратную сторону. Сердце работало нормально. Дыхание ровное, спокойно, уже солнышко нас освещает. Скоро будет даже жарко. Так, хорошо. И вот так вот маленечко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Во. Вперед, назад, плечами вперед, назад. Так, а теперь переходим на ручки. Наши ручки еще нужны для добрых дел. Рука вверх-вниз. Раз, два, три, четыре. Руки прямые. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот уже улыбки появились, а то такие кислые были. Кисло-помидорное настроение. Ну, раз, два, три, четыре. Достаточно. Руки на уровне груди ставь. У него вот так только. Что это такое называется? Во! Прямо сделать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Когда поворачиваем, руки не опускайте. Раз, два, Паша, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, надо руки повыше тарать. Ну-ка, еще вот так выше сделать. Ну-ка, вместе сделаем. Раз, два, три, четыре. А когда поворачиваете, смотрите, вот. Ну-ка, еще раз. Упражнение это простое, просто видно, что вы дома не делаете. Раз, два, руки, три, четыре. О, развернутые, хорошо. Так, наклоны делаем. Ноги на ширине плеч, даже пошире поставьте. Мы стоять будем хорошо. Господь нам говорит, чтобы мы стояли твердо в духовном плане.
Мы хотя бы сейчас телесно научим. Наклоны. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. Руку повыше. Не вот так вот, а выше делаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, достаточно. Хорошо. Вращение туловища. Дыхание ровное, спокойное. Смотрите, какое небо. А уже птички все проснулись. Пока мы спали, котя поймал крысу большую. Он настоящий труженик. Он ночью не спит, в отличие от нас. Работает, ну правда, днем иногда по 10 часов может поспать. Вращение туловища. Руки на пояс. И пониже вращаем. Старайся не так ты делаешь. Туловище. Ты вращаешь, это называется таз. Строение скелета, потом будете изучать человека, называется таз. Так вот не тазом, а туловище. Ниже, ниже голову. Смотри, как Тимоша вращает. Смотри на него. Ну, теперь в обратную сторону. В обратную. Пониже делаем. Вот, хорошо Нестор вращается. Смотрите, сейчас взлетит, наверное. Получается у него здорово. Так. Достаточно. Повороты туловища. Руки за голову сделайте. Раз, два, три, четыре. Все делаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тут движение можно энергичнее уже. Мы уже просыпаемся. Раз, два, три, четыре. Вдох. Руки подняли, выдох, расслабились. Еще раз вдох, посмотрим на небо. Какое оно красивое небо. Оно нас манит. Песня такая есть. Небо нас манит. Что оно нас манит-то? К Отцу Небесному. Ну, Родина наша там. А это мы здесь только временно живем. Так, ну, ноги пошире поставьте. Сейчас мы будем растяжки делать. Гимнастику для растяжек, для связок. Раз, подняли руки. Два, три, четыре. И встали. На меня смотрим. Раз, смотрите. Достали один носочек посередине, второй, и встали. Раз, ну-ка я посмотрю. Два, три, четыре, пять. Раз, не торопимся. Два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, теперь усиленно сделаем. Ну, чтобы гибкость хорошая была. Слава юноше, сила его. А украшение стариков седина. Слава юноше, вот у вас сила. Помочь, доброе дело сделать, дрова наколоть, воды принести там. Вот так сейчас попробуем мы. Раз. Два, три, четыре. Ноги вместе. Ноги прямые, ноги вместе. Ноги вместе сделаем, да. Раз, потянулись. Два, наклонились. Гибкость слабенькая. Когда вот поклон делаем, надо себя проверить. Я смотрю, некоторые не могут достать. Что гибкость совсем плохая. Ну-ка еще. Давайте. Ноги прямые, стараемся. Ну, тянем, тянем. Ну, все, я тяну, а вы... Во-во-во, давай-давай, дотянемся. Ну хорошо, расслабились. Так, ну теперь ножки наши, которые побегут по дорожке. Давайте вот так растяжки сделаем. Потянулись в одну сторону. О, Баш, ну что это такое? Ну-ка шире встань. Ногу прямую. Вот это. На другую сторону тянем. Ну-ну, разворачиваемся. Так, еще. Вот. Ну, ты можешь еще лет 5 получишься, наверное, получится. Только по земле не надо с штанами, ты же замораешься. Так, еще тянем. Вот. А теперь усиленно перекаты. Ну что кто может, вот так вот. Это выпады называются. Вот так вот. Вот, делаем.
Она должна быть ровной. Если не можешь, вот на колено опирайся. Во! На одну сторону, на другую. Ну хорошо, достаточно. Вдох. Выдох. Расслабились. Так. Пятки вместе, носки врозь. Приседания вместе со мной. Раз. Два. Вдохнули. Выдохнули. Вдохнули. Выдохнули. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Еще присели. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Вань. Три. Четыре. Ну что, руки там сюда? Ну-ка присядь хорошо. Что ты так? Ты же парень. Еще два раза присядь. Ну. Во, руки должны вытянуты быть. Вот делать руки. Ой, ноги на середине плеч и вот так приседать. Так, ну это можно, такое упражнение. Но ноги шире поставьте. Сейчас мельницы будут у нас работать. Что-то у вас здесь скученность большая. Ну-ка туда, девочки, отодвиньтесь маленько, Паша. Крутим мельницу. Сначала посередине между ногами траву достаем вот так. Смотрите на меня. Ну, работаем. Крутятся мельницы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А потом вот на меня посмотрите. Вот так вот носочки доставать. Ну-ка, ноги прямые только. Агния, я неправильно сейчас делаешь. Смотрю сейчас. Ну-ну. Она стирает. Давай. Носочки достаем. Это очень полезно для позвоночника. Для поясничного отдела. Вы еще человека не изучаете, это в 8 классе будет. Ну, достаточно. В 8 человека изучаете. Вдох. Выдох. Так, а вы что-то в комариках не боксовали. Они нам так уже надоели, да? Ну-ка давайте, вот стойка боксера. Ну-ка все встали. Давай, комарик, где? Вот, вон рядом с Тарасом. Давай его. Только не друг друга. Давай. Давай. Место. Все боксуем, все. Все, мы настоящие боксеры, чтобы они боялись нас. Вот он, на его, вот, левый, правый ему, а можно и нижний его добавить. О, еще никого нет, никаких комариков. А то вчера что-то, ой, закусает нас. На его и все, нету. Так, а еще одно упражнение, которое я на Тихоч показывал. Сейчас вспомню. Раз, потом два, три, четыре. Ну тут вы будете сейчас как цыганят. В общем, когда вы на счет раз, руки в стороны, подожди, Тимош, цыганскую не надо писать. Потом на счет два, вот этой ногой левой достать, правой рукой достать левую ногу, прямая. Два, три и четыре. Потом наоборот, раз, ты правой ногой левую руку достаешь, три, четыре. Все должно красиво быть. Ну-ка, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Подсчет делаем. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги прямые, когда поднимаем. Раз, два, три, четыре. Ну ничего, уже получаться стало с первого раза. Так, там что, траву вы не обкосили? Нет еще. Пробежаться нельзя там? Давайте здесь пробежимся. Давайте здесь, за мной, бегом марш. Сейчас, пока нас мало, но потом... Сейчас мало. Сиди, а давайте поплотку назад. Только крупный срезайте, ну-ка пошире. Сталкивайтесь, будьте внимательны. Вот мы сейчас на молитве будем бодрые. Интересно. 3-4 шага делайте. Вдох, плавно. А потом выдох. Так, ну, утром не будем бегать. Шага, марш. По кругу идем, шуруем. Показать вам, как японцы ходят. Ох, здорово, они четко. У них очень четко все. Слажено.
Даже не верится, что так может быть. И задом, и передом, и всякое. Я ведь Володя видел. Видел. Японцы. Надо много у них может получиться. Они трудолюбивые. Так, ну ладно, становимся на молитву. А где-то я выносил. Значит, девочки тут, мальчики здесь. Кепки снимайте. Кепки. Тут на молитву вы имеете.